Всем привет, дорогие зрители! Я сейчас пришел в район Махмутлар, именно к дороге Барбаросса позади меня, где-то 20 метров от меня. Здесь рядом с морем есть очень хороший проект. В этом проекте продаются две квартиры трехкомнатные с отдельной кухней. Одна обставленная, одна пустая. На одном том же этаже. Третий этаж, но зданию где-то 4 года. Сдана в 2017 году, присутствует только лифт, нету ни бассейна, никакой инфраструктуры. Быстренько покажу и поднимусь на третий этаж этого проекта. Значит, вот это проект. Тут стыкается дорога Ататюрка с Барбароссой. Покажу проект. Здесь такой участок, есть открытая парковка для нескольких машин в той стороне. И можно остановить машину на улице, во дворе. Есть видеонаблюдение. Присутствует лифт. С дверями что-то неполадки, починят. Поднимаемся на третий этаж. Проект пятиэтажный. И вместимость тут на 4 человека. Написано 10 человек, но как сейчас покажу. 10 человек вместимость. И вот это та квартира напротив лифта. Тут на этаже две квартиры. Одна вот эта пустая и вот эта обставленная. Такие хорошие двери тут. Сразу покажу то, что позади двери находится маленький туалет. Здесь напольный унитаз. Это сделано именно проект для турков, которые проживают здесь. Вот такая прихожая и вот такой коридор. Левее от меня расположена первая спальня. Ламинат установлен. Не нужно ничего менять. Нужно только купить мебель и переехать жить. Здесь цены очень шикарные, очень хорошие. Я скажу в конце ролика. Вот такой вид. Тоже неплохой. Двери. Стройматериалы так, ну, среднего качества. Нормальная краска, покраска. Так, здесь с правой стороны у меня еще одна спальня. Ну, скажем, хозяйская спальня, так как есть балкон. Или родительская спальня. Вот такой балкон. Ну, средний. Не совсем большой. И вот море в той стороне, позади этого здания. А где-то максимум 220 метров до моря. Шумоизоляция нормальная, у меня двери закрывал я тут. И не было слышно, сейчас просто открыл. Вроде-менее звук пошел. Вот такая здесь гостиная просторная. Также неплохой вид. С правой стороны от меня расположен санузел с душевой кабиной. И самое главное, тут у нас отдельная кухня. Вот такая она просторная, не маленькая. Бытовая техника, только присутствует духовка фирмы Кумтел и плита Кумтел и вытяжка Кумтел. Посмотрю-ка я шкафы с доводчиками. Нет, шкафы без доводчиков. Это гранит, столешница гранит. Так вот, и выход на балкон. Вот такой просторный балкон. Два выхода, один с гостиной, один с кухни. Здесь 110 квадратных метров. Вот Ататюрка дорога,
там соединяется с Барбароссой. А вот наша улица Барбаросса, Махмутларе. Так вот, цена этой квартиры 60 тысяч евро. Торопитесь. Сейчас я вам покажу другую квартиру. Вот это обставленная уже квартира. Вот такая здесь прихожая. Здесь по-другому как-то планировка. Более просторная. Можно сюда установить встроенный шкаф, как-то сделать. Ну, на любителя. Слева от меня тоже напольный унитаз, турецкий унитаз, так скажем. Такой санузел. Начнем мы с правой стороны. Вот также есть такой санузел. Точно как в той квартире. Здесь у нас спальня. Угловая спальня с выходом на балкон. Вот такой маленький балкон. Также вид на Барбароссу. Такая спальня. Здесь тоже 110 квадратных метров. Здесь уже показывал. Ага. Вот у нас родительская спальня, просторная, не маленькая. Вот такой вид с окна. Здесь у нас гостиная комната с выходом на балкон. Вот такая обставленная. Но все-таки надо сюда потратиться, установить кондиционер, купить всякие аксессуары нужные, мебель добавить какую-нибудь или поменять полностью дизайн, купить свое, сделать под свой вкус. И вот это отдельная кухня. Также с выходом на балкон. Вот такой просторный балкон. Такой вид красивый, тоже неплохой вид. Хочу подытожить итог о этом проекте. Здесь продается две квартиры, 2 плюс 1, по 110 квадратных метров. Одна обставлена, одна пустая. Цена той квартиры пустой 60 тысяч евро. Цена этой квартиры 62 тысячи евро. Для более подробной информации пишите, звоните по номеру, который указан в описании этого ролика. WhatsApp, Viber, Telegram, нету разницы. До моря здесь 220 метров максимум. Рядом есть много магазинов, также там Мигрес неподалеку отсюда. Проекту 4 года. С вами был Агасий, Солнечная Алания. А всем желаю радости, счастья и добра. Всем пока-пока. Teach me to fly, I won't be coming down.